Сегодня у нас будет жаркий выпуск, потому что сегодня я расскажу про смартфоны от компании Honor. Ладно, начнем как обычно. Всем привет, с вами Вова и канал Home Expert. Сегодня я покажу линейку доблестных смартфонов от Honor. Разберемся, какие модели сейчас в ходу, какие у них фишки, особенности, а еще сравним характеристики, цены. Так что берите ручку или блокнот, или ручку и блокнот, и устраивайтесь поудобней. И начнем. И не забудьте подписаться на канал, у нас тут полно крутейших роликов. Если у вас все готово, тогда начинаем. И начнем мы с модели, после которой смотришь на iPhone и думаешь: если не видно разницы, то зачем платить больше? Ну, не верите? Тогда смотрите сами. Honor X8B за 19 тысяч рублей. Ну да, iPhone за 19 тысяч рублей. Ну, в деловом черном, в серебристом титановом или зеленом с кожаной спинкой в корпусе. С ярким 6,7-дюймовым AMOLED'ом, с аналогом Dynamic Island, который в Honor называется Magic Capsule, с камерой на 108 мегапикселей и фронталкой на 50. А еще тут 16 гигов оперативы, 256 гигов встроенной памяти и 680-й Snapdragon. На смартфоне можно запустить 30 приложений в фоновом режиме, и он даже не вспотеет. Надо ли вам это или нет, неважно, он все равно это умеет. Батарейка на 4,5 мАч хватит на 10 день без вопросов, а быстрая зарядка восполнит энергии по Type-C с нуля до сотки за чуть больше часа. И все ваши любимые игрушки и приложеньки в фирменной оболочке MagicOS будут летать под контролем куалкомовского чипа. И повторюсь, всего 19 тысяч рублей, Карл. 19 тысяч рублей, ты представляешь? Остается только выбрать цвет корпуса и начать счастливую жизнь с новой мобилкой. Но я слышу, как вы уже пишете комменты: зачем косить под iPhone, даешь самобытность, нам нужна индивидуальность. Но и тут такое есть, смотрите, Honor X9B за 24 тысячи рублей. И если спереди почти все смартфоны сейчас похожи, то сзади эту модель сложно с кем-то спутать. Колечко камер — это фишка именно Honor. И помимо того, что это и выглядит классно, так оно и вообще еще и снимает здорово. Но давайте по порядку. Цвета корпуса черный или зеленый с серебристыми рамками и оранжевый с золотым. Но без вокруг блока камер всегда будет золотым. Такая фишка, но выглядит очень круто. Что на оранжевом, что на черном. Спереди 6,8-дюймовый AMOLED с закругленными краями, чтобы картинка была безрамочной, а телефон лежал в руке, как влитой. В вырезе на экране фронталка на 16 мегапикселей, а вот сзади 108 мегапикселей и два помощника на 5 и на 2 мегапикселя. Снимайте фото и видео с поддержкой Full HD и, ну, не волнуйтесь о том, где вообще все это хранить, потому что на смартфоне 256 гигов встроенной памяти. Надолго вам точно хватит. А если не хватит, просто почистить все лишнее. Всем этим великолепием заправляет уже ставший классикой Snapdragon 6 первого поколения. С оперативной памятью до 12 гигов ему, ну, хватает расторопности, чтобы крутить и ваши приложения, игры и киношки одновременно. А чтобы Honor вдруг не выключился без заряда, внутри стоит батарея 5800 мАч с функцией быстрой зарядки, так что окирпичиться вам, ну, не грозит точно. И с такой ценой за эту стильную и мощную мобилку звучит как подарок судьбы, подарок богов. Просто мана небесная. А ведь в арсенале Honor есть еще и покруче подарки. Сейчас покажу. Ведь третий вариант в нашем списке — Honor 90 за 35 тысяч рублей. И он сразу заходит с козырей. Внутри Snapdragon 7 первого поколения и до 12 гигов оперативки. В сочетании 6,7-дюймовым AMOLED экраном и поддержкой 120 Гц у вас будет очень шустрый и очень плавный смартфон. Внутри может быть до 512 гигов встроенной памяти, и поверьте, она вам пригодится, ведь у 90-го сумасшедшая камера на 200 мегапикселей. А еще 12-мегапиксельный сверхширик и портретный 2-мегапиксельный объектив. Плюс фронталка на 50 мегапикселей для шикарных сторис и рилса. И все это в тонком корпусе со скругленными гранями. Можно выбрать блестящий зеленый, перламутровый, серебристо-белый или строгий черный цвет. В сочетании с серебристым или черными рамками смотрится стильно, дорого, богато. За свои каких-то 35 тысяч рублей вы получите современный смартфон с выдающейся камерой, сочным экраном, живучей батарейкой на 5000 мАч и быстрой зарядкой. Ну и просто универсальное устройство для работы, фотографий, игр, просмотров видео и, конечно же, соцсетей. Там YouTube посмотреть, это же класс. Однозначно рекомендую. Кстати, если вы смотрите это видео с Honor, любого вообще абсолютно, бахни лайк.
Кстати, у 90-го есть еще и младший братик 90 Lite. У него все немножко поскромнее, но и цена стартует от 25 тысяч рублей. При этом смартфон тоже очень крутой, с отличной камерой и дисплеем. Так что если хотите сберечь кошелек, то не кладите его в задний карман. А то выпадет, и вы его потеряете. А если хотите чуть меньше денег потратить на телефон, то это отличный вариант. Ну а мы двигаемся дальше, и на очереди у нас Honor 100 Pro. Цена начинается от 58 тысяч рублей. И это настоящая дизайнерская штучка. Спереди может показаться, что это довольно стандартный смартфон с большим 6,8-дюймовым OLED-экраном, с пилюлькой камер, в вырезе дисплея. Ну а стоит только перевернуть его, и вы тут же все поймете. Блок камер в изящной овальной окантовке, комбинированная задняя крышка, материалы которой меняются в зависимости от цвета корпуса, черного, белого, голубого или даже розового. Такой телефон и не хочется заворачивать чехол, им надо любоваться. Но Honor 100 Pro берет не только красотой, ведь внутри Snapdragon 8 второго поколения, которому и игрушки любые под силы, и офисные приложения, и фоторедакторы, а ему в помощь отрядили до 16 гигов оперативки, чтобы никакое приложение, вот просто абсолютно никакое приложение не пропадало из фонового режима и всегда было под рукой. Объемы внутренней памяти тоже на флагманском уровне до 1 терабайта. А чтобы было чем занять эти гигабайты, Honor установил в сотку модуль из трех камер Sony. Основную на 50 мегапикселей, 12-мегапиксельный макрообъектив и 32-мегапиксельный телевик с 50-кратным зумом. Да и фронталка тут не отстает. 50 мегапикселей для ваших селфи и видеозвонков. А с батареей на 5000 мАч вы сможете болтать хоть сутки напролет или смотреть фильмы, играть, читать, сидеть в соцсетях или даже работать. Аккумулятора хватит абсолютно на все, а быстрая зарядка поможет сэкономить время на пополнение энергии. Да, цена у 100 Pro, конечно, на уровне флагманских моделей, но глядя на его характеристики и завораживающий внешний вид, невольно начинаешь осознавать, что цена все-таки оправдана. Ну а напоследок я припас для вас главную новинку этого года в лайнапе Honor. Волшебный Honor Magic 6 Pro от 87 тысяч рублей. И конечно же его нужно брать в зеленом или фиолетовом цвете. Черный корпус, понятное дело, стиль, элегантность, но на фоне цветных собратьев откровенно, ну, скучный. А зеленая и фиолетовая эко-кожа в сочетании с перламутровым блоком камер и золотыми элементами рамки и безеля выглядит свежо и стильно. Внутри у этого красавца Snapdragon 8 третьего поколения до 16 гигов оперативки и до терабайта встроенной памяти. Спереди закругленный OLED-экран на 6,8 дюймов с поддержкой 120 Гц и вырезом под фронталку. Ну и специальный сенсор глубины для распознавания лица. Ну а сзади самые главные фишки Magic Pro. Три его роскошнейшие камеры. В вашем распоряжении будут основной модуль на 50 мегапикселей, ультраширик на 50 мегапикселей, с которым можно делать еще и макроснимки. Ну а на вершине блока камер, ну буквально он расположен сверху, 180-мегапиксельный телефотообъектив с поддержкой 100-кратного зума. Вау, это что такое, да? И это все вообще в телефоне. Это, ну, как бы, это не вот такая вот штука большая. Это вот маленький телефончик. Ну, не маленький, конечно, 6,8 дюймов экран, но все же это, ну, это телефон. Камон, йоу. И чтобы это все дело работало долго, внутрь поставили батарейку на 5600 мАч и, конечно же, добавили быструю зарядку до 80 Вт, чтобы вы всегда были на связи. Единственное, в чем волшебство вне Хогвартса не срабатывает, так это в цене. За флагманские фишки и платить приходится по-флагмански. Но глядя на эти волшебные камеры, понимаешь, ну оно того стоит. Ну вот честно признаюсь, ну стоит оно того. И на этом у меня все. Всю линейку смартфонов Honor можно купить прямо сейчас, так что выбирайте, какая модель вам больше всего приглянулась. А мы будем надеяться, что наш ролик вам в этом поможет. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, пишите в комменты, какой из Honor вы бы себе купили или какой уже у вас есть. И обязательно подписывайтесь на канал Home Expert, у нас куча полезных роликов. Ну а с вами был Вова. Всем пока-пока.